Всем привет. Ну что, на дворе у нас 29 апреля. Еще холодно для того, чтобы выйти на воду. Ну вот, решил подготовить лодку к водомоторному сезону. Что нового? Вот такие накладки у меня появились в этом году. Я их купил. Если кому интересно, есть видео про эти накладки, где я их покупал. У меня сейчас видео там с разделами уже идут, то можете найти. Также вот решил на панель поставить кнопку, чтобы глушить мотор на панели. Я считаю, что это правильно. Да, и кому интересно будет, как устанавливал машинку и рулевое на RIP. RIP 360 Lite. Это все можете посмотреть у меня тоже на канале. Ну и вот так вот кнопку вывел, но мне не нравится, буду переделывать. Вот, что еще? И еще вот в такую оплетку положил два рулевых, этих не рулевых, это от управления двигателя. Эти троса, рулевой туда не влез, диаметр этой бухты 32, надо было брать больше, тогда бы рулевой туда вошел. Ну и вот так вот обмотал все изолентой, чтобы не перетиралось по баллону. Скажу сразу, что изолента ушло целый моток. Так что вот так вот. Вот хорошая. Продавал мне ее Виталий. MyFishing 67 из Смоленска. Это RIP Stealth 360 Lite. Так что, если кому-то интересно, к нему обращайтесь. Очень хороший менеджер. Сиськи не мнет. Так что, Виталий, привет тебе, если увидишь это видео. Ну, а вот еще, знаете что? У меня рулевая тяга упирается в баллон. И, соответственно, вот я такую латочку поставил, чтобы не перетирался баллон. Ну, вот как-то так. Продолжаем подготовку к водомоторному сезону. Всем удачи!